Россиянам назвали минимальную стоимость отдыха на море в 2024 году. По словам аналитиков, в 2024 году заметное повышение цен ожидается в таких популярных курортных местах, как Анапа, Сочи, Дагестан, Геленджик и так далее. Однако, по данным туроператоров, в Крыму цены остаются стабильными или даже снижаются, что делает этот регион более доступным для туристов. Все повышают цены, но больше всего повышает Сочи, потом Дагестан, Геленджик и Анапа. И, наконец, единственное место в России, где цены почти не растут, а то и снижаются, это Крым. Например, отель, который в Крыму стоит 6 тысяч рублей в сутки, в Сочи стоит примерно 12, в Геленджике 10, а вот в Анапе 8, пояснили эксперты. А я напоминаю, что партнер выпуска – таверна в Анапе. Постоянные посетители ресторанного комплекса «Шемси Холд» знают, здесь всегда можно выбрать выпечку, готовые закуски, салаты, мясные, рыбные блюда, как для ежедневных обедов и ужинов, так и для праздничного застолья. Однако, идя навстречу пожеланиям своих гостей, было принято решение провести полную модернизацию этого объекта. В результате большую часть имеющихся площадей заняли удобные столики со стульями и диванчиками. Полноценное, грамотно разработанное меню включает большой список самых любимых и популярных блюд. Здесь вы всегда сможете вкусно позавтракать, выбрав на свой вкус салат, шаурму с разнообразными добавками, а в обед съесть тарелку горячего супа или классический шашлык, а вечером посидеть в компании друзей и заказать настоящую итальянскую пиццу. А десерты шеф-кондитера выглядят многообещающими. Кафе-кулинария «Таверна в Анапе» на Солдатских матерей 8Б ждет вас!